О Чебоксарах и местной кухне расскажут на федеральном канале. Завтра на НТВ выйдет программа «Поедем, поедим». Съемочная группа гастрономической программы гостила в Чебоксарах 4 дня в начале марта. Они доказали, что даже холод пляжным развлечением не помеха. Ведущий Джон Уоррен смело катался на банане и скутере. Кулинар-филолог гостил и в 203-м детском саду. Съемочная группа объехала достопримечательности города. Музей Чапаева, музей трактора, этнокомплекс «Амазония», экологическую деревню Ясна. Ну и, конечно, организовала кулинарную битву.